Этот двор дома 80 по улице Маяковского без внимания не оставался никогда. Жители сами занимались благоустройством. Закономерный итог – в прошлом году он занял первое место в городском конкурсе на самый уютный дворик Анапы. После вхождения в программу появилась возможность реализовать все задумки, о которых до этого только мечтали. Всегда нам хотелось, нам, и нашим жителям, и окружающим, детям, приходящим, живущим рядом здесь, жителям, хотелось, чтобы был двор в едином стиле. Игровая и спортивная площадка с тренажерами, клумбы, дорожки, скамейки и урны. А вот на этом месте планируют посадить елку. Уже на этот Новый год она должна стать центром всех праздничных мероприятий. За счет средств, полученных за победу в конкурсе на лучший дворик, сделали освещение. Теперь у них вместе с депутатом, который избирался по этому округу, в планах объединить дворовые территории и сделать единую зону комфорта. Есть две территории, которые еще в планах, чтобы они попали. Сейчас идут проектные работы. Это Лермонтова 82 и Крылова 6,8. Вот цели, задачи сейчас люди. После Нового года мы займемся этим вопросом. Люди определятся с идеями, желаниями, что там разместить или как это все сделать. Будем ходатайствовать это уже и в администрацию, и в край, о том, чтобы данные территории попали в эту программу на следующий год. И после этого данный район, спальный район на третьем округе, он в принципе будет полностью благоустроен. Объемы благоустройства в этом году были действительно беспрецедентными. Более 40 тысяч квадратных метров только дворовых территорий. Нам удалось выполнить 6 дворовых площадок, одну общественную. Срок у нас был 2,5 месяца. За 2,5 месяца мы сделали все. Кроме того, у нас были моменты сложности с каждым двором, он получался у нас индивидуальный. Где-то мы даже уже за свой счет что-то делали, добавляли тротуары, дороги. Довольны всем, и жители довольны. Для нас главный результат – это жители. В следующем году программа формирования городской комфортной среды будет продолжена. В Анапе планируется, что в ее рамках будет благоустроено как минимум еще 4 дворовых территории. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.